Уже цієї неділі, 10 вересня, стартує унікальне для нашого телебачення дитяче талант-шоу «Круче всіх». Как дети, они искренние. Спасибо, Андрей. Да, пожалуйста, просто. И не боятся быть смешными. Это ты смеялась? Да. Как взрослые, рассудительные и рассчитывают только на себя. Желаю, чтобы в твоей спортивной карьере не было падений. Падение – мать учения. Как гении. Вы же какие-то уникумы. Уникальный. Плюс 259. А ну? 937. И хотят сделать этот мир лучше. Берегите своих детей. Их за шалости не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. И во всех семьях наступит мир. Мир и благодать. Круче всех. Чемпионы Украины. И мира. Программа о маленьких людях с большим будущим. С 10 сентября каждое воскресенье в 18:30 на Интере. И гурт, песня которого стала саундтреком новой программы, зараз у нас в студии. Девушки, привет. Привет. Здравствуйте. Спасибо, что проснулись так рано. Но вас должно быть пятеро. Неполный состав. Почему? Где еще две? К сожалению, девчонки заболели, и они лечатся, и мы пришли к вам только втроем. Так, заболели. Хорошо, желаем им выздоровления. Вы вместе уже несколько лет, ваша группа, но именно песня «Круче всех» вывела вас на новый виток популярности. Давайте посмотрим фрагмент этого мега-клипа, который в интернете, насколько я знаю, посмотрело больше 100 миллионов человек. Для меня это невероятная цифра. Давайте посмотрим, что это было. Миллионов просмотров. У меня в голове не укладывается. Это кто? Это ваши все друзья, родственники, одноклассники сидели накручивали в интернете? Ну, мы сами не знаем. Наверное, весь мир смотрел этот клип. У нас немного добавилась аудитория после этого клипа, поскольку мы снимали этот клип вместе с Quest Pistols Show, они уже постарше, и, возможно, нас смотрели поклонники постарше, и наши поклонники, и поэтому, наверное, вот столько просмотров. Таким образом, саккумулировали аудиторию. Именно эта ваша хитовая звездная песня станет главным саундтреком к новому телешоу «Круче всех». Вы были на съемках? Примерно представляете, о чем будет это шоу? Конечно, мы были на съемках. Так. Наверное, на первом эфире. Так. И будем там петь песню «Круче всех». Да, так что можете смотреть и увидите там нас. Девочки, скажите, пожалуйста, вы успеваете в школе учиться? Я же так понимаю, вы школьницы? Ну да, да. На самом деле, сейчас после этого эфира мы едем все в школу, на все уроки. Мне даже как-то неловко, что я вас отрываю от занятий. Нет, мы успеваем. Да? Я вот перед эфиром доделывала алгебру. Да, чтобы успеть все сделать, мы стараемся. Но есть какое-то снисхождение со стороны учителей к вам, как к звездам? Ну, не знаю, наверное, не как звездам, но просто из-за того, что мы часто достаточно пропускаем учебу, то наши классные руководители, не знаю, какие-то учителя стараются нас поддерживать, может быть, подсказывать в каких-то предметах, уроках, и так намного легче, потому что идут навстречу, а когда не идут навстречу, то это вообще очень сложно, и не понимаешь вообще, что делать, и, ну, стараются все поддерживать. Кто из вас отличник? Есть? Да, у нас есть отличница Аня Бобровская, она сейчас тоже приболела, а так мы все хорошистки. Ну вот мне очень жалко Аню, у нее 1.9 в году была. Да, жалко. Учитель не поставил 10. Скажите, вам часто приходится уезжать на гастроли, и не жалеете ли вы иногда, что в то время, когда ваши сверстники, сверстницы идут куда-то развлекаться, гулять, вы вынуждены, во-первых, на репетиции ходить. Мы же знаем, что прежде чем выйти на сцену, это тяжелый, на самом деле, долгий труд, правда? Да. Не жалеете, что детство так проходит? Ну, у нас совсем другое детство, у нас более творческое детство, мы танцуем, поем, ездим по городам, мы видим наших фанатов, а наши сверстники некоторые занимаются не тем, чем надо, ну, вы сами понимаете. И иногда кто-то делает
занимается каким-то творчеством, развивается, а некоторые просто сидят на улице и делают какие-то плохие вещи. Но у вас на это времени просто не хватает? Нет. А популярность у мальчиков повышена после того, как вы стали мегазвездами? Нет. Нет? Нет. Действительно? Да. А скажите, что вы планируете делать вот в ближайшие, какие у вас ближайшие планы? Ну, совсем недавно у нас вышла новая песня, «Внутри» называется. Мы давно ее пели на концертах, но у нас новая аранжировка, и можете послушать. И еще этим летом у нас вышел новый клип «Хулиганить», где мы хулиганим с девчонками над нашим преподавателем. И вот в этом месяце мы хотим снять новый клип «Поколение танца». Ничего себе! Я желаю, чтобы все планы воплощались, и вы не забывали при этом учиться. Спасибо вам большое, девочки. Спасибо, что пришли, и отпускаю вас в школу. Спасибо. Пісню дівчат, нагадаю, можна буде почути вже цієї неділі у 18:30. Саме тоді стартує унікальне для нашого телебачення дитяче талант-шоу «Круче всіх». А ми